Принципиально, это уже на ваш выбор. Я просто вязала до того момента, когда у меня закончатся нитки. Вот у меня ушло 200 граммов. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем, вот, кстати, пряжа детская, Yarnart Baby Color. Видите, вот такими вкраплениями. То есть мы будем... Всего у меня 200 граммов, 4 мотка, но я не думаю, что они все уйдут. Поэтому увидим. Так, что и разноцветные пуговицы. Сегодня мы будем вязать кофточку на девочку. Если убрать рюшики, то, возможно, и на мальчика ее можно адаптировать. Более подробно для начинающих я расскажу момент ростка и реглана. Вот просили там девчонки, поэтому я решила вот так вот объединить в один мастер-класс, как бы для тех, кто не умеет вязать реглан сверху, эти расчеты. Вот росток. Сейчас мы все с вами разберем. Так, спицы 3 миллиметра у меня. В общем, узора никакого вязать не будем. Будем разбираться с самим принципом. То есть вязать я буду платочной вязкой, нашей любимой. Нитки тонкие, поэтому все будет очень красиво и мягенькие. Так, что хочу? Пока ничего не хочу сказать. Набираю я 70 петель на спице 3 миллиметра. Так, 70 петель. Вот, я набрала. Теперь я, девчонки, буду вязать 3 ряда лицевыми петлями. Вот, и кромочную я тоже буду провязывать лицевой петлей, чтобы она имела такой вот зубчик потом в итоге. То есть сейчас вяжу 3 ряда лицевыми петлями, обычными. Вот. Все вязание у нас будет лицевыми петлями, поэтому... Даже не заморачиваясь, вяжем 3 ряда. Так, смотрим, я провязала 3 ряда, девчонки, вот смотрите, 1, 2 и 3, и начала 4, потому что в конце я буду делать петлю. Вот в конце 4 ряда я делаю, вот довязала до конца ряда. Почему в конце ряда? Потому что нам нужно закрывать петли на женскую сторону, то есть справа налево. Если вяжете мужской жакетик, то слева, с этой стороны делайте дырочки. Так, довязала до конца ряда, осталось 4 петли, делаю накид и провязываю 2 петли вместе и 2 еще до конца ряда. Так, что мы хотим, что хочу еще сказать. В изнаночном ряду провязываем этот накид лицевой петлей. Нам достаточно для пуговички, для маленького жакетика такой дырочки. И еще вяжем 3 ряда лицевыми петлями для этой планки. То есть всего 8 рядов получается. Ошиблась я, 7 рядов. Начинай, чтобы край был красивый. Поэтому 7. Я сейчас вам измерю, сколько у меня эти... 30 сантиметров где-то она будет, 30-31. Нам сейчас нужно определить регланные линии. Вот такой вот я нарисовала как бы план действий. Вот мы сейчас провязали вот такую вот планочку из 7 рядов. Сейчас мы это все разделяем. Здесь мы уже как бы сделали дырочку одну. Теперь всего у меня 70 петель, да, 70 петель. 70 минус 10 петель, минус 10, это у нас на планку, и минус 8, это у нас уходит по 2 петли на регланную линию. Значит, а вот это вот число мы делим на 5 равных частей. Смотрите, 1, вот рукав я отделила, 2 полочки и спинка, 1, 2, 3, 4, 5. Разделить на 5. 2 мы держим в уме, мы разделим их, добавим сюда по одной петле, значит здесь у нас по 10 петель везде. То есть 50 мы делим на 5, получается по 10 петель. И вот теперь вот считаем, смотрите, сначала считаем 5, 1,
2, 3, 4, 5. 1. Это эта петля, которая у нас лишние были. 2 мы их сюда перенесли. Здесь у нас будет по 10. Вот это еще одна петля дополнительная, лишняя. Если она у вас будет одна, дайте ее сюда, в спинку. Вот, значит, 6. И теперь 10 петель вот этой основной детали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот одна полочка у меня. Теперь 2 петли регланной линии, вот они. По бокам от нее мы делаем воздушную петлю вот таким вот образом. Можно накид, будет дырочка. Воздушная петля, 2 регланные петли, вот они. Я их вот так вот прямо обозначу маркером, эти 2 петли. Вот они, первые. Теперь после 2 петель делаем воздушную петлю. Вяжем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один рукав. Снова регланная линия. Воздушная петля. 2 лицевые, которые мы обозначаем маркером. И воздушная петля. Опять 10. 1, 2, 3, 4. Вот они. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять регланная линия. Воздушная петля. 2 лицевые петли, которые мы обозначаем маркером. Вы можете его переодевать. Я вот так вот снизу. Потому что можно одеть между этими двумя петлями, вы будете знать, что по бокам от маркера у вас реглан. Воздушная петля, 10 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующая регланная линия. Делаем воздушную петлю, вяжем 2 лицевые. Обозначаю последнюю регланную линию. Делаю воздушную петлю и вяжу вторую полочку. Здесь у меня опять должно быть 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна петля, одна петля и 5 до конца ряда. Все совпало, девчонки. Вот таким вот образом мы вяжем. В каждом лицевом ряду мы добавляем по бокам от регланной линии по одной воздушной петле. Везде, во всех, на 4, в 4 вот этих местах. Так. И сейчас мы будем вывязывать наш росток. Для этого изнаночный ряд мы вяжем. В изнаночном ряду мы не делаем никаких добавлений. Мы просто вяжем лицевыми петлями. Воздушные петли тоже провязываем лицевыми. Так, теперь вот смотрим, сейчас я нахожусь на спинке. Вот смотрите, видите, вот у меня полочка, рукав, спинка и второй рукав. Вот когда я провязала, видите, маркер у меня, воздушная петля, 2 петли лицевые, регланные, воздушная петля и еще 2 петли я провязываю. И теперь вот 2 петли после воздушной петли я работу поворачиваю и вяжу. Сейчас я буду вязать незаконченными рядами. Здесь я делаю вот таким вот образом
воздушную петлю, прикрутила и вяжу лицевыми петлями. Вот, дошла я до реглана. Это две линии, две петли реглана. Делаю воздушную петлю, то есть мы сейчас находимся в лицевом ряду, и в каждом лицевом ряду по бокам от реглана, от вот этих двух петель, мы делаем воздушную петлю. Так, петли спинки. Дошли до второй регланной линии. Вот видите, была воздушная петля, вот это у нас. Делаем еще воздушную петлю. Две петли провязываем, воздушная петля. И провязываем 3 петли. 3 петли мы провязываем, поворачиваем, делаем снова вот эту воздушную петлю. И вяжем изнаночный ряд без изменений. То есть мы выполняем на данный момент только вот эти две регланные линии, потому что мы не довязываем до конца ряда. Сейчас мы двигаемся вот так вот, я сейчас вам нарисую, как мы будем двигаться. Вот поворачиваемся, и на одну петлю мы будем продвигаться дальше. Каждый раз мы вот так вот на одну петлю будем продвигаться далее и далее и далее, как бы к переду. Каждый раз мы будем добавлять одну петлю здесь. Сейчас я вам все покажу. Сейчас я в изнаночном ряду, воздушные петли я просто провязываю. Так, и здесь, вот видите, мы приближаемся к тому месту, где мы закончили. Вот эта воздушная петля, которую мы провязываем вместе со следующей петлей, и поворачиваем работу. Вот видите? Здесь мы снова делаем воздушную петлю. То есть здесь уже нам считать не нужно. Здесь мы просто вот такими шажочками по одной петле продвигаемся ближе ко второму маркеру. Здесь вот две петли, видите, вот они две петли регланной линии. По бокам от них я в лицевом ряду обязательно делаю воздушные петли. Или накиды, если вам проще накид, то делайте накид. Так, приближаясь ко второму маркеру, вот тут даже видно, вот она, одна воздушная петля, вторая, здесь одна, вторая, и вот две петли регланные по бокам справа и слева от этих двух петель я делаю две воздушные петли. Вот здесь вот снова, видите, когда мы приблизились к этой воздушной петле, мы ее провязываем вместе со следующей лицевой и сразу же работу поворачиваем. И так мы вяжем, пока мы не приблизимся сюда, к этому маркеру. То есть каждый раз мы провязываем последний накид и следующую петлю вместе и поворачиваем работу. Теперь вот смотрите, девчонки, сколько же я провязала здесь. Сейчас я возьму такую вот указку. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз я вот так вот продвинулась по одной петле. У меня 1, 2, 3, вот так вот 4 и 5. Так, ориентировочно. То есть вот сейчас я вот сделала 5 раз. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5. И поворачиваюсь, это лицевой ряд. Здесь у меня осталось до вот две линии, две петли реглана, воздушная петля, вот он реглан. И здесь до реглана у меня остается 5 петель. Одна вот эта воздушная и 4 обычные петли. Теперь я поворачиваю работу и теперь вяжу полностью, делаю эту воздушную петлю, вяжу
лицевыми петлями до конца ряда. Я надеюсь, девчонки, для тех, кто видит это все в первый раз, вам понятно. Если непонятно, вы все пишите, девчонки, в комментариях. Буду объяснять еще раз отдельно. Теперь вяжу до конца. Теперь мы будем вязать нормальным вязанием, то есть вывязывая 4 регланные линии уже нормально. То есть этот росток, то есть до конца ряда уже вяжем, уже ничего, мы росток, вот видно его, сейчас я провяжу этот ряд до конца и, ой, вот видите, воздушную петлю пропустила, вернее, слетела она у меня. Так, вот она, видите, вот последняя петля, которая с изнаночной стороны, вот она, петля из вязания, а эту воздушную петлю я провязываю со следующей вместе и вяжу до конца ряда. Все, девчонки, теперь у нас ровное полотно. Сейчас на этом этапе я вам посчитаю, сколько сейчас у нас образовалось петель вместе с воздушными, со всеми посчитаем, сколько у нас после этого ростка осталось петель, вернее, не осталось, а получилось. Вот видите, вот он наш росток, вот это то, которое идет на спиночку, вот, и вырез на переднюю часть, переднюю деталь. Так, последняя петля лицевой, вот видите, если, допустим, сейчас я продвину, вам покажу, да, если вы складываете вот готовое изделие, у вас уже будет видно, да, задняя часть и передняя, вырез по передней части глубже, то есть это и есть наш росток. Так, теперь лицевой ряд давайте будем считать, у нас было по 10 петель, да, сейчас будем считать, сколько у нас сейчас петель после ростка. Понятное дело, что 5 и 1 у нас остается, здесь было 10, сейчас будем считать. Так, в начале ряда 6 5 и 1 3 4 5 6. Так, и считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ой 11 и 12 воздушная петля. Здесь у нас практически ничего не менялось, потому что мы эту часть не трогали. Вот первую, в первом ряду мы сделали воздушную петлю, она добавилась, и вот вторую мы добавили сейчас, видите, здесь у нас в этом секторе 12 петель, то есть только те 2 воздушные петли прибавилось. Так, 2 петли реглана, 1 воздушная петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Это у нас здесь 19 петель, это рукав, потому что здесь мы уже добавляли, регланная линия у нас ушла далее, и здесь точно так же, поэтому у нас получилось здесь больше петель, не 10, а 19. Вот, пожалуйста, вот они. И теперь вяжем спинку, считаем. 1 2 регланная линия, воздушная петля. Если что, девчонки, вы можете, сейчас я вам покажу, чтобы не теряться, видите, я здесь маркер, вот так, между 1 лицевая петля, маркер 2 лицевая петля, то есть маркер расположить между вот этими 2 петлями реглана, и вам будет виднее, просто будет, чтобы не путаться. Так, считаем, воздушная петля 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 и 24. Все, регланная линия, воздушная петля здесь у нас на спинке,
24, вот это вот величина, просто мне уже никуда туда передвигаться. 24, то есть все у нас, вот смотрите, как на этом этапе у нас все пришло в норму. Здесь у меня 12, и здесь будет 12, сейчас проверим. На рукав у нас 19 и на спинку 24, то есть полочка 24, спинка 24, ну плюс планка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вот воздушная петля, 14, ой, 14, 15, 16, 17, 18, 19 делаем воздушную петлю, 2 лицевые регла, воздушная петля 1, то есть я считаю эту воздушную петлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И здесь 6 петель. Вот видите, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 до конца. То есть все у нас совпадает. 12 и 6 этих петель, которые у нас 5 планка и 1 дополнительная. Вот. Все, теперь мы продолжаем наше вязание. Я надеюсь, вам понятно, девчонки. Изнаночный ряд я вяжу просто лицевыми. И в каждом лицевом ряду, если хотите, переместите маркер, вот как здесь, между двумя петлями регланной линии, и вяжите реглан. То есть в каждом лицевом ряду по бокам от этих двух петель мы будем вязать, делать воздушные петли. Вот две петли, вот две петли, вот здесь две петли и здесь две петли. Да, здесь их не видно, но... Кто совсем путается, девчонки, сделайте просто лицевой гладью эти две петли, чтобы их выделить, чтобы вы их не теряли. Так, вот смотрите, вязала я вот наш подрез, да, если вот так вот мы сложим, вот здесь вот видно наш вырез горловинки. Так, и теперь что я хочу сказать. Я даже не знаю, сколько раз я добавила, я вот посчитала, сколько у меня... Добавляла до того момента, пока на полочках у меня не образовалось 45 петель, 73 на рукава, 78 на спинку. Сейчас измерю длину, вот сейчас в каком виде оно у меня. Вот 16 сантиметров от плеча длина. Вот от горловины длина реглана. Тоже 16 сантиметров, ну если от верху, то 18 сантиметров. Мы знаем, что регланная линия вытягивает. Но сейчас, видите, я оставила вязание на двух спицах, чтобы вам было видно, да. Теперь вот перепроверяем, когда нам нужно разделять на рукав и на спинку, ой, на рукава, ну, то есть отделять спинку. Вот здесь вот видите, у меня ширина, я вот эти регланные линии, они меня, у меня будут уходить вперед в основное полотно, в тушку, или как правильно назвать, в общем, где-то у меня 33-34 сантиметра ширина изделия, что соответствует моим пожеланиям. Ширина рукава 30 сантиметров, это меньше, чем... То есть сейчас я довяжу этот ряд до конца, я просто изнаночный ряд провязала до половины, чтобы разложить это изделие. Вот, кстати, на этом этапе, на котором я вам показала, вы меряете либо по ширине спинки, как бы ориентируетесь в ширине изделия, также проверяете ширину рукава, либо меряете на ребенка. Визуально вот этот регланные линии должны сойтись под руками в как бы. Так, еще хотела сказать про петли. Петли, значит, я делала через 14 рядов, вот делала эти, вернее, через 15 рядов.
всего, как бы, если считать этот ряд, где вывязывается петля, то всего 16 рядов. Через 16 рядов у нас расположены, в каждом 16 ряду у нас находится петелька, вот если так сказать. Так, сейчас я провяжу до конца ряда. В общем, я беру вторую пару спиц, и вот смотрите, я провязала до начала ряда полочку и включила туда две вот эти две петли, вот эту полосу реглана. Теперь я на отдельные спицы вяжу петли рукава и отделяю как бы рукав один, и буду вязать отдельно рукав. В каждом шестом ряду я буду делать сокращения в начале и в конце. Сейчас я вам их покажу, а потом буду делать через 5 рядов в каждом шестом. Так, вот последняя петля рукава, здесь уже пошли 2 петли реглана. Вот я отделила петли рукава и оставляю на этих спицах, видите, все вот это вязание, и вяжу только вот этот вот рукав лицевыми петлями. Еще одна причина, почему я не хочу в круговую, потому что там бы проточную вязку нужно было бы вязать и лицевыми, и изнаночными. Ну, в общем, не будем излишне усложнять. Так, здесь же я в изнаночном ряду вяжу лицевыми петлями. Ну, и сейчас я покажу вам сокращение, и вы продолжите работу далее. Так, в лицевом ряду после кромочной, здесь я вяжу кромочной изнаночной петлей, после кромочной провязываем 2 вместе, вяжем до конца ряда. Видите, я опять взяла эту спицу с этой пары, не ту, в общем. Сейчас попробую их отделить совсем. Так, довязала до конца ряда. Вот когда остается 3 петли, я провязываю 2 вместе и изнаночная. Вот таким вот образом мы в каждом шестом ряду, вот сейчас я провяжу еще 5 просто, и в шестом ряду снова провяжу 2 вместе в начале и в конце ряда. Так, я сократила рукав до 39 петель. 39, значит, здесь у меня 17 раз по одной петле, 17 по одной петле в шестом ряду. Так, можно делать в четвертом, если вам нужен рукав короче. Сейчас я измерю, так как у меня побольше размер, то у меня длина 20 сейчас, вот если брать от реглана, где-то 22 сантиметра, и от горловины 33, да, 33 сантиметра. Вот теперь вот столько петель у меня осталось. Если вам нужен рукав короче, девчонки, то видите, порисовала уже, то вы можете сокращать в каждом четвертом ряду, не в шестом. Теперь что я делаю теперь? Я для рюшика добавляю воздушные петли после каждой петли. То есть увеличиваю количество петель в 2 раза. Так вот, я провязываю петлю и делаю воздушную после каждой петли. То есть если у меня здесь 39, то я добавлю 38 сейчас между ними. Вот, и получится у меня 77 петель. Давайте сейчас сразу напишу. Так, после добавления 77 петель. Вот здесь вот получится, которые мы будем потом тоже вязать несколько рядов лицевыми петлями. Ой, блин. Так, набрала я эти петли и теперь вяжу лицевыми. Далее продолжаю вязание платочной вязкой. То есть я увеличила количество петель в 2 раза и вяжу лицевыми петлями далее.
Так, вот теперь, девчонки, смотрим. Провязала я 6 рядов. Видите, как расширяется наша работа. И теперь я закрываю все петли. Закрываем. Вы можете провязать больше, рюш будет больше. То есть это без разницы. Так, вот смотрите, закрыла я петли, и осталась у меня последняя петля. Здесь я уже беру крючок. Так, вот так вот у меня лицевая сторона. Значит, складываю эту деталь и, не обрезая нить, этой же нитью при помощи крючка сошьем этот рукав, и он у нас будет готов уже. Вот так вот цепочкой за кромочные петли. Сшиваем весь рукав наш. Так, вот смотрите, я сшила рукавчик до конца. Здесь еще один последний стежок сделаю прям возле петелечек, чтобы не было там никакой дырки. И теперь мы вяжем эту петлю, я одену сюда тоже, чтобы не делать узлов, и провяжу ее вместе со следующей петлей. Она у меня, я ее просто провязываю вместе лицевой со следующей петлей. Вот видите, у нас получается, что здесь никакой нет дырочки, все очень аккуратно. И теперь я, вот это у меня полочка была в начале провязана, сейчас я по спинке передвигаюсь ко второму рукаву и отделю второй рукав, и точно так же свяжу второй рукав, все точно так же. Убавление рюшек с сшивания, все три этапа. Так, вот я уже приближаюсь к регланной линии. Одна петля, и вторую я оставляю на спинку. Это все, вот видите, я продвинулась. Теперь у меня здесь вот то есть я прошла, сейчас провязала по спинке вот эти вот петли 78, и, ну, включая эти 2 и 2, то есть 82. И теперь я на спицы, на другие спицы отделяю эти 73 петли рукава до следующей регланной линии и вяжу рукав точно так же, как этот. Смотрите, провязала я второй рукав, связала, вот она моя петелька, которая при сшивании осталась, я ее одеваю. И теперь буду вязать основное полотно. Так, ее я провязываю 2 вместе со следующей петлей. Вот. И теперь вяжу лицевыми петлями основное полотно, то есть 2 половинки полочек и спинку. Вот, не забываем, я забыла сказать, девчонки, совсем сейчас я до конца ряда дойду и скажу вам, покажу петли. Не забываем делать петли. То есть сейчас я продолжаю вязать ровное полотно. Вот видите, вот одна полочка, спинка и вторая полочка. То есть теперь я вяжу вот эту часть одним полотном. Далее, что хотела сказать. Забыла сказать, девчонки, не забывайте делать пуговицы. Или я уже говорила. То есть вот они, пуговички. Обязательно делать пуговицы. Дырочки, господи. Не забываем делать дырочки. Вот они. Связала я в длину от проймы. Сейчас я вам скажу, сколько. 19, ну, 18 сантиметров. Если мерить от плеча, то 32 сантиметра. А вообще меряем по желанию. Вот как ваше желание, как вам хочется, столько и вяжите. Вернее, визуально, если есть модель, меряйте на нее, соответственно, либо на пример той вещи, по которой вы вяжете. Ну, в общем,
любыми доступными способами. Если вяжем на подарок, то не знаю как. Ну, в общем, на этом расстоянии 32 сантиметра я сейчас делаю точно то же самое, что я делала на рукаве. То есть сейчас я набираю петли дополнительные и далее вяжу вот этот вот рюшек. То есть сейчас я вот эти дополнительные петли набираю и буду вязать еще какую-то часть, вот этот рюшек. Так, мои хорошие, провязала я 15 рядов всего рюшек. Видите, здесь он у меня больше, на рукаве меньше. Это не принципиально, это уже на ваш выбор. Я просто вязала до того момента, когда у меня закончатся нитки. Вот, у меня ушло 200 граммов. Рукав рекомендую, естественно, вязать подлиннее, чтобы вот было как бы вот такой вот отворот, чтобы было на вырост. Вот такой вот жакетик у меня. Приспособить его можно абсолютно на любой размер. Начинайте с горловинки и потом меряйте на своего ребеночка. Вот, надеюсь, с регланом все понятно. Общая длина его у меня составляет 35 сантиметров. И длина рукава от горловины тоже 35 сантиметров. То есть вы уже корректируете, уже вяжите больше, меньше, как вам нужно. Вот еще ширину, да, ширину сейчас тоже будет 35 и будет 33 сантиметра, почти 35, почти все у нас в одном размере. Так, ну все, ну соответственно, пришила пуговицы. Видите, у меня они не до конца сделаны, дырки, потому что пуговиц у меня больше не было, вот только 7, хотя можно было бы расстояние сделать побольше, но это уже понятное дело, я переделывать ничего не буду. Все, девчонки, на этом все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.